Добрый день, любители рыбалки. Я сегодня хотел бы рассказать о том, как я делаю снасть на пеленгаса на хаджибей. Просто немножко по-другому, чем рассказывают на ютубе люди. Беру леску 0,5. Внизу колечко под груз. Отматываю, сколько мне нужно лески. Делаю еще одно колечко. Для того, чтобы крепить к основной леске. Сюда сразу нацеплю груз, чтобы оно было понятно, как и что я делаю. Теперь от груза отступаю сантиметров 25-30 и делаю первый поводок. Почему так? Потому что на хаджибее очень много бычка, а морской червяк очень дорогой, поэтому его надо экономить. Раз, два, три. Такую снасть я делаю давно, она довольно-таки успешная, без отводов, без всяких лишних элементов. Вот, смотрите, раз, два, три. Смачиваю, делаю узел. И третий поводок посередине. Вот смотрю, у меня один поводок. Здесь у нас второй. Второй, между ними будет третий. Вот здесь вот. Опять же, три узла и все. Раз, два, три. Смачиваю и затягиваю. Вот практически у меня поводки уже готовы. Теперь беру поплавочки. Эти поплавочки продаются в рыбацких магазинах. Братцы китайцы нас уже ими снабдили. И крючок где-то номер 8. Он, видите, с загибом идет вовнутрь крючка. А мне нужен прямой. Беру плоскогубцы, делаю прямой крючок. Нагреваю здесь колечко. Нагревать надо хорошо. Если он будет недогретый, то колечко просто-напросто отломится.
У нас ничего не получится. Все. Теперь. Вот он наш грузик. Вот он первый поводок. Надеваю сначала поплавочек, далее крючок со стороны жала. Оставляю вот такое вот расстояние и начинаю привязывать крючок. Привязал. Затянул. Лишнее обрезал. А теперь смотрите. Просто элементарно накручиваю. Ну да, до сих пор. Все. Вот у нас поводок готов. Также делаем второй поводок. Крючок. Поплавок. Привязываю крючок. Отрезаю лишнее. Накручиваю поплавочку. И последний поводок. Вот и все. Вот у нас получилось изнасный пеленас. Внизу до грузика сантиметров 30. И дальше между ними такое расстояние. Все. Будьте здоровы. Ни хвоста, ни чешуи. Если интересно, подписывайтесь на мой канал. Все. До свидания.